Площадка ТБ-форум, она является, наверное, по сегодняшним меркам основной и самой главной в сфере безопасности. Тут есть такая синергия и заказчиков, и производителей, и государства, и представителей органов власти. И, наверное, тем самым площадка ТБ-форум очень ценится для нас. Мое личное мнение, что в 2018 году в преддверии и выборов, и футбольного чемпионата мира по футболу остро стоит вопрос общей безопасности, национальной безопасности, экономической безопасности нашей страны. И поэтому, наверное, такими мероприятиями подчеркнуть значимость вопроса по безопасности, и чтобы люди больше обращали внимание именно к таким вопросам. Ну, лично мне всегда импонировала компания, которая занимается новейшими технологиями, и в том числе по биометрии. Это такие компании, как Fujitsu, Prosoft Biometrics, NEC, компания Vision Labs. Это ведущие наши российские компании, которые вышли уже на международный уровень и продвигают технологии по биоидентификации клиентов, в том числе и для безопасности они тоже очень нужны. На этом форуме, насколько мне известно, представлены и иностранные компании, которые также занимаются вопросами безопасности. Но чем мне нравится наша компания, они адаптированы под наши фирмы, под наши задачи и под нашу борьбу с мошенниками. ТБ-форум – это единственная, наверное, площадка в России, которая является синергией между заказчиками, разработчиками, органами госвласти и обычными рядовыми сотрудниками, которые занимаются безопасностью. Мне лично всегда нравится банковская конференция по безопасности, на которой собираются полные залы. Сегодня было представлено 3 сессии, это по биометрии, как я уже сказал. Вторая сессия была по блокчейн-технологиям, это сейчас очень модная тема, все они обсуждают. А третья сессия – это вопросы кадровой безопасности, экономической безопасности, и все это касается финансово-кредитной сферы, на что мне очень лично всегда приятно присутствовать.